женщина сможет править этим миром и вдохновлять мужчину на совершенные поступки, только если она превзойдет ценности среднестатистической женщины. Я была в том же прекрасном положении ожидания ребенка, как и сейчас, и я ждала ребенка от того же мужчины, от любимого мужчины. В моей жизни было все так же хорошо, я имею в виду в социальном статусе, в плане реализации карьеры. Тем не менее, я чувствовала себя почему-то, в отличие от сегодняшнего дня, очень несчастным человеком. Мое воссоединение с моим бывшим мужем, оно показывает то, что все возможно, если пересмотреть свою роль в семье и быть за мужем, а не впереди него. Так вот, мне бы хотелось от этой красивой сказки перейти к практическим советам. В конкурентном поле с мужчинами я, как женщина, теряю не только свою истинную сексуальность, но и возможность созидания как такового. Мужчина обязательно изменится, если вы начнете производить эту внутреннюю работу над собой. Мои блоги же женщины будут о счастье. Я хочу, чтобы каждая из вас была счастливой.